у нас очередное ДТП возле чуда города. Здесь на скоростной дня не проходит, чтобы кто-то в кого-то не влупился. Любят они все поворачивать здесь через две сплошные. Ну и как результат, один без задницы, другой без морды. И оба без головы. Ну. Вернее, с головами, но без мозгов. Ну. И так каждый день, не проходит дня, чтобы этого не было. Таксист спешил. Ну, они всегда спешат. Таксисты и крутые, они всегда спешат. Да. Учитесь на чужих ошибках. И старайтесь сами не наступать на эти же грабли. Побачимось!